первых минут финские футболисты ринулись вперед, стараясь найти счастье у чужих ворот, или, вернее, в чужих воротах. Но страсть и азарт далеко не всегда подкреплялись высоким исполнительским мастерством. Динамовцы реже наступали, но сумели забить один мяч. Случилось на 12-й минуте. С подачи Яковенко гол забил Ковалец. Времени для того, чтобы отыграться у хозяев поля, было много, но, увы, удары были неточны. Добиться большего и киевляне не смогли. 1-0 в пользу динамовцев столицы Украины.